Я Имамудинова Виолетта Витальевна, приехала из Ханты-Мансийского автономного округа Югра, являюсь ханты, пасем оленей, живем в лесу. Вы, значит, работаете в оленеводстве, да? Нет, мы не работаем, то есть мы являемся участниками, то есть у нас личные олени. Получается, то есть мы их держим только сами, нам государство в этом особо не помогает. И олени не государству принадлежат, как бы они наши личные. Частные олени. Да. Да. А какие проблемы вообще вот существуют у вас в регионе с оленеводством, связанные с оленеводством? Ну, проблемы могут быть в плане то, что сейчас очень много нефтяников захватывают территории, в плане они работают там. Конечно же, олени выходят на дороги, где их могут сбивать транспорт, принадлежащий нефтяникам. Ну, разлив нефти, такие вот проблемы могут быть. Сейчас очень много говорят об изменении климата, да, о потеплении. А в регионе вот вы сами даже чувствуете вот изменение вот этого потепления, скажем, климата? Да, конечно, каждый год замечается, что с каждым годом все теплее и теплее становится. Ну, пока вроде не особо критично в этом плане. Олени нормально держатся. А какие-нибудь новые виды растений, может, появились? Густая растительность там? Миграция диких животных? Ну, насчет растений я не могу ничего сказать, но то, что чем питаются вот олени, у нас ягель, вот мох именно вот такой салатового цвета, его, конечно, становится меньше, потому что его топчат. Также выходят нефтяники у нас к лесам, где тоже уничтожаются эти территории, где растет этот мох, питание для оленей. И также его сейчас очень начали собирать либо на продажу, на лекарства. И тоже мало становится, а он растет очень долго, 50 лет примерно в среднем. А сейчас какие изменения, например, с прошлыми годами произошли в жизни оленеводов? Есть какие-либо изменения? Худшую сторону, лучшую там? Насчет худшую, лучшую я не могу тоже ничего сказать, но изменения произошли в плане то, что сейчас не кочуют, как-то не переходят с территории на территорию, в основном в одном и том же месте находятся, ну, пасут оленей. Ну, также вытаптывается же пастбище, если постоянно на одном месте не кочуя сидеть. Ну как? Олени-то быстро вытаптывают. Вот у нас как бы не колхоз, не много оленей. У нас личные олени, поэтому, ну, не значит, что мы прям в одном и том же месте. Ну, есть какая-то территория такая небольшая, вот именно выделяется, ну, как мы выделяем на лето, осень, весну, только в этом плане, если. А какими новыми технологиями пользуются оленеводы? Ну, сейчас такими же всеми технологиями. У нас и блогеры есть среди нас уже, которые именно снимают, показывают в Инстаграме, в Ютубе канал ведут, что как живут, как ведут тот традиционный образ жизни. Получается, у вас развита связь, да, вот интернет? Да, на данный момент у нас уже и IT-стойбище, то есть устанавливают интернет, чтобы, ну, у нас был выход в интернет, как и у всех. Так, еще вот вопрос насчет родного языка. Как вы там, у вас развит родной язык, как между собой разговаривают или нет? Сохранили, да, родной язык. Сохранили. Какие-нибудь программы там еще для развития языка, для сохранения? Я прям именно с рождения разговариваю на родном языке. И также все мои родственники, все родные тоже у нас разговаривают на родном языке между собой. Ну, конечно, мы где-то уже что-то на русском добавляем, но родной язык на данный момент, на сегодняшний день, у нас полностью сохранен. Я, конечно, не могу сказать ничего насчет наших детей, потому что сейчас очень много тоже вот технологий как раз, где они смотрят мультфильмы, откуда уже и они берут русский язык и не усваивают именно родной.